В этом ничего такого нет. Это есть у каждой девушки. Иногда ребята реагируют на это с насмешкой или с презрением. Многие об этом стесняются говорить. В то время как у девочек это проходит болезненно, так еще и постоянные подколы в эту сторону. Проблема булінгу через менструації все ще є актуальним. Хлопці починають глазувати з дівчат, дівчата пропускають заняття, соромляться приходити до школи. Не дуже гарно сприймають ці теми, бо батьки не кажуть багато про це, а в школі вони можуть почути, розібратися. Девочкам полезно знать что-то про мужчин, и мальчикам, что про девочек. Об этом надо говорить. На сегодняшнем уроке мы узнали про женское, про мужское здоровье. Я надеюсь, что мальчики будут к этому спокойно относиться, без насмешек.